Такими бурными овациями встречали в минувшие выходные самого молодого гроссмейстера среди девушек в истории шахмат Жансаю Абдумалик. Она приехала на открытие шахматной школы в Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте, названной именем самой шахматной принцессы. Открытие шахматной школы имени Абдумалик было посвящено и юбилею дедушки Жансаи, советнику ректора Южно-Казахстанского государственного педагогического института, доктору химических наук, профессору Абдумалику Аширову, в этот день исполнилось 70 лет. Перерезать ленту на торжественной церемонии доверили шахматным гроссмейстерам Казахстана. Руководители вуза и сама Жансаи Абдумалик осмотрели новые помещения, где будут бесплатно тренироваться все желающие. Дети будут тренироваться, учиться шахматам. Здесь будут тренировать гроссмейстера. Самая главная цель – это найти таланты и сделать их чемпионами. В разговоре с журналистами шахматная принцесса рассказала о своей заветной мечте и предстоящих в этом году международных стартах. Как принцесса чувствую, но хочу стать королевой шахмат. Вот после того, как стану чемпионкой мира среди женщин, уже буду королевой шахмат. Ближайший турнир у меня будет в Германии после сбора учебно-тренировочный. А после Германии поеду в Таиланд, Таиланд-Опен. Там буду чувствовать. После официальной части открытия шахматной школы Жансая встретилась с шимкентскими фанатами. Поклонники из Назарбаев интеллектуальной школы выстроились в очередь, чтобы получить автограф и сфотографироваться с шахматной принцессой. Я очень рад, что ее увидел, так как я тоже увлекаюсь шахматами. Наш тренер Сапабек Агай был раньше тренером отца Жансаи Абдумалик. У нас сейчас проходит неделю турнир по шахматам, областной турнир по шахматам. И я думаю, то, что я хотя бы получу какой-то разряд. И в дальнейшем стану гроссмейстером, как Жансаи. Своим поклонникам Жансая пообещала, что в свободное от тренировок время будет приезжать в Шимкент и давать сеансы одновременной игры начинающим шахматистам.